Москва, Вовик, готовы? Да, готов. Мага, я тогда тоже пью ивы. Пивко. Начал добрый путь. Надо эту, чтобы не поменять, чтобы у меня...
на этой Вове проехал, там вот стоял, которая, ну, стоковая. Блядь, она не в этом, ну, мотора вообще нормально, прям горняк вообще, как блядь, офигеть. Надо сейчас разогнаться, блядь, и просто не тормозить, блядь.
надо хотя бы разогнаться, блядь. Кабан, ты походу мой ровесник, блядь. Тебе сколько, за 30? 6 июня будет 38, блядь. Мне с ракет. Ну все же, как обычно, все же маленькие дети здесь играют, сидят. Только когда в стримы смотришь, они бородатые дядьки. Ну да, оно так и получается. Да это не от возраста зависит, а, не знаю, от увлечения. Кому ты в 20 нахер этот компьютер не усрался? Да не, просто разница какая, прийти домой, завалиться, телек смотреть или сидеть, получает более удовольствие. Ну да, с учетом того, что сейчас этот зомбоящик смотреть вообще там нечего. Я этот зомбоящик уже не смотрю, наверное, лет 10 или 12. Телек, короче, в комнате стоит, но он, короче, вообще никогда не включался. Он просто стоит, он даже не подключен, не бродит, блядь, там и антенна даже всего сидит, блядь, просто для вида, блядь. Думай, да? Там что, эти доски на него вроде, блядь, еще там эту, блядь, футболку, блядь, и... Мотор надо менять, потому что это просто пиздец. Это полный пиздец. Да, что-то, ну, это вообще круто, бля, вообще не чатик, ни хера, блядь. Блядь, музыку там отключили, у меня, блядь, от этого, так вот, тут музы, блядь, это, фредлайнер такие, блядь, вообще, я бы сейчас на нём, там, либо поездил. Блять, повороты начнутся, маму помоги, блядь. Да-да-да, блядь. Тоже посмотрел, но останавливаться что-то мне неохота, блядь. А я это, я, короче, прикинь, блядь, остановился, сука, рано, блядь. Да не, ну надо, блин, когда предупреждать конвой, потому что там будем там-то, будем там-то тормозить. А, да я вообще просто, блядь, это как бы вперед и снова, что-то потом смотрю, я это, секунды даю. Просто какое-то, короче,
нормально для этой игры, блин. Мы на обычном ППС провисает, когда это сохранение идет. У меня тоже провисал, но я вроде железо обновил, что ли, проблемы. А у меня железо тоже нормальный объект. Работает. Короче, я особой разницы в этой игре не заметил, блядь, со старым компом и с новым, блядь. Она разница, знаешь, она в мультиплеере чувствуется, когда где-нибудь на дороге дураков, блядь. Я в мультиплеере, блядь, очень-очень мало играл. Но на дороге дураков бывал. Заправиться у меня полный бак, а уже пиздец, у меня реалистично, а это модель стоит.